Готовимся заранее. Насмотр, который проходил на территории производственного подразделения межрайонного Щелковского водоканала на улице Заречной в Щелкове, свою технику вывели все управляющие компании района. Сотрудники организации выстроились перед вычищенными и специально к смотру отремонтированными механизмами, которые должны будут в случае необходимости, а такое бывало в прошлые зимы неоднократно, бесперебойно и слаженно убирать снег с улиц города и района. Главе района Алексею Валову показали, как укомплектована техника и в некоторых случаях, как она работает. Ознакомили также и с новыми ее образцами, которые появились, это сделали специалисты Щелковского водоканала в этом году. В целом, результатом я удовлетворен. Единственная мысль сразу зашла в голову, что всего лишь 2 единицы новой техники. Это маловато, конечно. Я имею в виду именно та, которая техника участвует в снегоуборочных работах. Я планировал в этом году, конечно, немножко роторной техники добавить, но получилось, что средства малой механизации добавили, а по-большому больших роторов нет. Поэтому сейчас подумаем, может быть, до конца года еще парочку приобретем. А так, в принципе, готовы к зимней уборке. На смотр в этом году было выведено 55 единиц техники. Всего же на улицах города и района снег убирать будут без учета вспомогательного оборудования 156 единиц техники. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».